Сюнин, разведай местность. Здесь правила Идви. Если эти припасы попадут в замок, вот и Фулки. Мне же ведь надо на что-то жить. Это ради блага Шира. Да ты с ума сошла. Из-за чего этот шум? Она хочет меня ограбить. Учти, вот-вот придут воины проводить меня в замок. Этот торговец везет в замок припасы. Масло, что влить со стен, стрелы, щиты, еду. Я сказала, что куплю все, а он ни в какую. Твои обещания в кошель не положишь. А Идвин надежный покупатель. У меня есть предложение. Ты любишь саги? Я развлеку тебя в обмен на твой товар. Сделка странная, но я согласен. Начинай свою сагу. Ветра носили морскую соль, ночной покой не тревожа. Простился мудрый Один и встал, надел он из кожи обувь. Скучновато, поживее никак. Давным-давно, до начала времен, до тебя, меня и до прочих, единым оком на мир взглянул и вздрогнул разгневанный Один. Этот Один какой-то из твоих богов? Луна горит, и тлеют моря, то Один речь говорит. И какой мне от этого прок? Хватит, слышишь? Змея вьется, Локи кричит, сверху капает яд. Хватит, хватит, это что, какое-то проклятие? Бежим! И что там в конце? Все умрут. Он сказал, что враг уже близко. Используем масло, чтобы застать их врасплох. Идвин не дождется подкреплений. Я уже вижу, как горят воины, и слышу их крики. Если подвести масло и припасы к сену у дороги, можно устроить врагам настоящий ад. Проверим, провали ты. Встань вон там повыше и высматривай их. Я завою, когда увижу их. Здесь полно стражников. Что это было? Мой вой. Люди Идвин близко. Приготовься! Рядом. Вот с этой ветви будет удобно нанести первый удар. Нападай! Воины,
Кажется, это все. Идвин будет ждать помощи, но помощь не придет. Что-то не так? Нет. Нет. Совсем наоборот. В монастыре твой брат сказал, что состоит в родстве с богами. Это правда? Он действительно потомок Ису? Детей архонтов? Не сочти за грубость, Фулки, но мне не понять и половины твоих речей. Извини. Порой я хочу от других слишком многого. Люди боятся вечных мук. Но ведь незнание куда страшнее. Незнание чего? Что за прекрасный вопрос? Спрошу иначе. Может ли твой брат быть потомком богов? Или, может быть, он сам бог? Я не знаю. Я бы ответил нет, но... всякое случалось. Видение, пророчество. Это сложно объяснить. Внимай своим видениям. Возможно, в них скрывается истина. Сигурд всего лишь человек. Сын Конунга и мой брат. Да, он много о себе думает, но он не бог. Может, этот королевский род начался с одного из них? Давным-давно. Нам некогда об этом думать, Фулке. Надо найти Гедрика. Чтобы узнать, все ли готово, чтобы идти на приступ. Удачи, Эйвор. Я побуду здесь. Помолюсь за павших, прежде чем пойти за тобой.
Стань моими глазами, Сюнин. Гедрик. Эйвор, ты нанес Идвин пару ударов? Да. Скоро она почувствует боль. Прекрасно. Мои люди жаждут идти на приступ немедленно. Но это глупость. Почему? Много ловушек, а Идвин подготовилась к осаде. Сначала нас изрешетят ее спрингалды, потом обварит кипящее масло. Пусть воины будут наготове. Я проберусь внутрь и попробую что-нибудь сделать. Разрази меня, гром, а ты не промах. Нас не остановить! Эйвор! Гедрик и победа! Так, значит, прячешься. С виду замок неприступен. Идвин будет стоять насмерть. Что ж, за дело.
дальше горим. Спрингалды — это стрелометы. Выведу их из строя. Еще многое нужно сделать, но уже можно идти на приступ. Гедрику пора вести людей в бой.
сам. Лети же, Сёнин. Мы подождем. Риск слишком велик. Сигурд, лорд Восточной Мерсии. И мы пойдем в бой. Сейчас. Все готово. Да. Уже украсил оружие орешника и сложил стихи о победе? Я пришел к Гедрику. Так ступай. Твой хозяин ждет. Все мечтаешь о своем камне? Меня ведут не мечты, Эйвор, а видение, пророчество богов. Правда? Сегодня я принесу жертву Тюру Справедливому, предвестнику победы. Так что за пророчество? Мы готовы идти на приступ, Эйвор. Знаки сулят нам победу. Все готово. Отдавай приказ. Хорошо. Времени у нас мало. Мне сообщили, что люди короля Альфреда скоро будут здесь. Покончим с этой змеей, прежде чем она успеет нанести удар. Yeah.
Христос сегодня с нами! Замок! Убить всех! Она вон там! Эй, вор, давай к решетке! Стреляют! Эдвин, в этот раз тебе не уйти! Леди Эдвин! У нее охрана! За каждого убитого Дана плачу серебро! Отправляйся к своему богу! Мы вашими кишками! Вот твоя плата! Что стало с гордой леди? Делай, что должен, Тен навозной кучи. Я предана своим людям и знаю, кому из нас благоволит Бог. Эйвор одолел тебя. Ему и решать твою судьбу. Что ж, ты сражалась достойно. Я поручаю тебя Гедрику. Он позаботится о тебе.
Позабочусь, если отречешься от дружбы с этим горшком нечистот Альфредом. Согласна. Увести ее! Я сдержал слово. Надеюсь, и ты свое тоже сдержишь. Ты согласен заключить союз? Да, ты здорово нам помог, спасибо. Будет нужно, обращайся. Мы вернем долг. Обращусь. А как же? Им следует поторопиться. Король Альфред и его воины вот-вот появятся. Может и так, но моей родне помогает Петя. У нас самое... Это все символы древних. Ису, богов, рожденных богами. Я где-то их уже видел. Слова мне знакомы. Я... На пороге неизвестности следует быть осторожнее. Ибо кто знает, что за враг притаился там, впереди. Один раз я уже вошел в эти врата. С Сигурдом. В видении. Не один. Тысячу раз. Тысячу. Что там сказано, Сигурд? Ты понимаешь? Да. Хотя слова ускользают. Все как в тумане. Но я понимаю смысл. И вижу ясень. Вижу мировое древо. Ветви теряются в вышине. За ними путь. Все так, как ты говорил, Басим. Как ты и предсказывал. Эйвор, я не тот, кем могу казаться. Я другой. Это все злые чары, Сигурд. Это Сейд. Не слушай. Нет. Это правда. Это и есть истина. На стены! На стены! Альфред здесь! Король Уэссекса! И с ним огромное войско! Мы успеем уйти. Люди устали. У нас нет ни единого шанса. Переговоры. Просим переговоров. Я буду говорить, а король Уэссекса слушать.
Как я понял, король Альфред, здесь в Мерсии о тебе редко отзываются лестно. Но Уэссекс достаточно близко, чтобы слышать хвалы с рассвета до заката. Так возвращайся к своим подданным и предоставь дела Мерсии решать данам. Я не уйду, пока здесь слышен ваш языческий вой. Предложи ему обмен. Прошу, никаких секретов. Покончим с этим, милорд. Предлагаю обмен. Мой лучший воин взамен твоего в знак мира. И ты уйдешь из Мерсии, а мы отступим на север, за реку Ус. Справедливо. Вулфрик. Мой боевой Тен. Ты пойдешь с Гедриком, брат. А из твоих? Ярл Сигурд. Я готов пойти. Спасибо, Васин. Альфред! Стой! Паладин Фулке? Разве ты с этими людьми? Была, государь. Чтобы забрать у Идвин то, что мое по праву. Тебе нужен только Сигурд, король. Он один стоит 20 других. Он и сам сын короля. Ты гнусная змея! И он погряз в ересе. Это чудовищно, государь. Утверждает, что он живой бог. Я вспорю тебе брюхо, тварь! Я вверяюсь тебе, король Альфред. Ибо мне не суждено пасть от твоей руки. Брат! Поверь, Господь Бог осеняет всех вас. Он опасен, государь. Поручи его мне. Делай, что должно, но не вреди ему. Во имя богов, Басим! Что теперь? Я пойду следом, им от меня не уйти. Thank you.
здравствуй, Эйвор. Эйвор, Сэрсу Гейнгар. Впечатляет? Никогда такого не видел. Мне пора. Увидимся. Хорошей охоты. Сволка, как у тебя дела? Ранви, дела в Оксенфордшире сделаны, но цена была высокой. Я так и поняла, когда пришло письмо. Тебе его прислала некая Фулке. Фулке? Это ведьма? Оно там, на столе. Фулки из Ордена Древних. Того же, в котором был Йотви. Того, который Басим с Хайсомом поклялись уничтожить. Эйвор, что-то случилось? Сигурда взяли в плен. Король Альфред отдал его женщине по имени Фулке. Очень-очень опасной женщине. Чего она хочет?
Не буду пересказывать бредни Фулке, но знай, Сигурд рискнул собой ради союза с Теном по имени Гедрик. Гедрик — человек честный и придет на мой зов. А пока что Басим найдет Фулке. Не пропусти его послание. Мне пора. Если Ботвор лишился пальца... Приветствую. Здравствуй, Эйвор.
Ушинка, я рад тебя видеть. Держи. Вот тебе еще реликвии. Что это у тебя? Прекрасно. Чудесно. А вот и твоя награда. Мне нужно больше таких вещей. Мне пора. Удачи. Удачи в твоих странствиях, Эйвор. Посмотрим на карту союзов. Хайсон просил меня отправиться в Люнден. Что ты знаешь о нем? Хальфдан Рагнарсон когда-то пытался захватить этот город. Но Люнден никому не покоряется. Хайсом говорит, город под властью странного ордена. Ордена древних. Он просил найти и убить этих людей. Так мы поможем жителям Люндена и, возможно, обретем союзника. В таком неспокойном месте стоит попробовать. Начни у северных ворот и расспроси местных. Ладно. Что же, буду ждать вестей.